Вы когда-нибудь задумывались о том, что иногда люди появляются в нашей жизни так волшебно и точно, что кажется, это дело судьбы? Как будто бы существует космический сценарий, и эти встречи были запланированы задолго до их реального произошествия. Кажется, что в воздухе что-то есть, едва уловимое шепотом, интуиция, которая говорит нам, это не просто совпадение. Эти связи двигаются духовной силой, судьбой, которая обещает нам не только достижения, но и уникальную связь, возможно, с тем человеком, которого мы называем своей родственной душой. И эта связь, которая, кажется, трансцендирует время и пространство, несет в себе определенную меланхолию, предчувствие прошлых жизней, невыполненные задачи, секреты, которые знают только две души. Это чувство, это знакомство заставляет нас задаться вопросом, почему это беспокойство? Если обещание истинной любви и осуществление наших мечтаний кажутся такими очевидными. Ответ сложен, он выходит за пределы нашего понимания, касается сущности нашей духовности. Ключ к облегчению этого беспокойства лежит в самой силе этой священной связи, которая нас соединила. Он заключается в равновесии жизни, во взаимной поддержке, которую ангел-хранитель и духовная сила предлагают нам. Когда мы сталкиваемся с этими страданиями, этими препятствиями, мы не брошены на произвол судьбы. Существует что-то более великое, что нас поддерживает, невидимая, но реальная опора, которая направляет нас по бурному пути к спокойствию. Эта связь, которая возникает между двумя людьми, не является делом случая, а скорее предопределенной встречей, совместной миссией родственных душ для достижения гармонии, осуществления мечтаний и испытания истинной любви. Это знак того, что независимо от препятствий или предыдущих обид всегда существует более высокая сила, божественный план, который мотивирует нас двигаться вперед, стремиться и предоставлять взаимную поддержку. В этом путешествии мы осознаем, что эмоциональная боль также является средством эволюции, приглашением связаться еще более интенсивно с нашей сущностью и духовностью. Сталкиваясь с этими вызовами плечом к плечу, мы не только залечиваем прошлые раны, но и прокладываем путь к сбалансированному существованию, полному истинной любви и осуществления самых глубоких желаний нашей души. Так что слушайте, что вам говорит ваш ангел-хранитель, ощущайте эту духовную энергию, которая окружает вас, и доверяйте пути, который открывается перед вами. Каждая встреча, каждый вызов, каждое решение, которое мы принимаем, каждая поддержка, которую мы оказываем и получаем, все имеют свою причину. И посреди этого путешествия никогда не забывайте, вы не одиноки. Синхроничность, встречи душ, глубокая связь с кем-то особенным – все это не случайность, это как будто космический заговор в вашу пользу. Присутствие этого человека в вашей жизни – предзнаменование того, что потрясающие моменты на подходе. Вы разделяете мечты и стремления. Что более важно, делитесь вибрирующей энергией, которая заражает и поднимает всех вокруг. Это духовная сила, которую вы чувствуете, это небесное направление, это приглашение для вас раскрыть свой максимум возможностей. В ходе этого пути вы осознаете, что не одиноки, ваш ангел-хранитель и этот такой значимый человек идут рядом с вами, предлагая постоянную поддержку. Секрет достижения успеха и изобилия, которого вы оба жаждете, заключается в синергии ваших усилий и вере в ваши убеждения и цели. При вступлении в эту связь становится ясно, что речь идет не только о стремлении к личному успеху, но и о совместном пути эволюции. Это приглашение праздновать вместе каждое достижение и извлекать уроки из препятствий, укрепляя эту уникальную связь. Это партнерство выходит за рамки обычного, превращаясь в движущую силу для осуществления самых сокровенных мечтаний каждого. Это процесс давания и получения, где каждый обмен опытом является шагом к будущему, полному достижений и счастья вместе. То, что делает связь между двумя людьми настолько выдающейся, это невероятная способность вдохновлять друг друга, подниматься на невиданные ранее высоты и поддерживать пламя надежды, даже когда обстоятельства кажутся неблагоприятными. Каждый шаг, который вы делаете вместе, это празднование веры, упорства и любви, которую вы разделяете. И по мере продвижения в этом путешествии важно помнить, что поддержка, которую вы оказываете друг другу, фундаментальна для преодоления любых трудностей. Это только начало прекрасного путешествия, обещающего не только успех, но и глубокое духовное и эмоциональное обогащение. Так что идите вперед с уверенностью в неизвестность, с уверенностью в том, что вместе вы сильнее и способны преодолеть все, что ждет вас. Жить эту историю в партнерстве приносит непревзойденный комфорт, особенно когда у вас такая уникальная и глубокая связь.
Этот особый союз, который вы разделяете, обладает силой отталкивать все, что пытается нарушить эту идеальную синергию. Ваш союз – это крепость, построенная на доверии и взаимопонимании, подтверждающая идею, что вместе вы сильнее. Тем не менее, поиск равновесия – это статья на пути, который вы проходите вместе. Будут моменты, когда мнения разойдутся и принятие решений станет сложным. Именно здесь сияет истинная сущность взаимной поддержки. Вы помогаете друг другу найти компромисс, где мечты и реальность каждого сходятся. Этот поиск равновесия не только о компромиссе, это также совместный рост, взаимное обучение и оценка пути так же, как и назначение. Восприятие того, что они находятся в этом путешествии вместе, переживая взлеты и падения плечом к плечу, еще больше укрепляет связь. Это не просто о том, чтобы защищать друг друга от внешних влияний, но и о том, чтобы питать это особое отношение пониманием, терпением и безусловной любовью. Это совместное путешествие – это возможность исследовать неизведанное, испытать жизнь во всех ее оттенках. Вместе вы понимаете, что, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваетесь, сила вашего союза способна преодолеть все препятствия. Ключ к счастливому будущему вместе заключается в способности адаптироваться, превращать каждый опыт в возможность роста и всегда помнить о бесценной ценности, которую каждый приносит в жизнь другого. Так что, глядя на горизонт, готовые противостоять всему, что будет, помните, что каждый совместный шаг – это свидетельство силы истинной связи. Путь, который вы выбрали, чтобы пройти вместе, является свидетельством любви и сопереживания, которые вы разделяете, напоминанием о том, что, пока вы останетесь вместе, нет ничего, что вы не сможете преодолеть. Ощущение дежавю, которое сопровождает каждую встречу, каждый разговор, каждый разделенный момент, это не просто совпадение. Это доказательство того, что ваши души переплетены историей, превосходящей время и пространство. Вы не только оживляете воспоминания о прошлой жизни, вы пересоздаете и строите новые моменты успеха, богатства и признания. Идея того, что вы были важны друг для друга в прошлом существовании, добавляет глубокий смысл к вашим нынешним отношениям. Это объясняет легкость, с которой вы понимаете друг друга, и глубокое удовлетворение, которое вы чувствуете в присутствии друг друга. Это ощущение общего предназначения усиливается верой в больший план, духовное путешествие, которое им суждено пройти вместе. Этот неотразимый привлекательный магнетизм, этот высший вдохновляющий вас, тот же, который побуждает вас стремиться к величию в этом мире. Вы как две звезды на орбите, чье светило только усиливается, когда они вместе. Это союз, это не только воспоминания о прошлом, но и достижение новых высот, завоевание успехов, которые казались невозможными ранее. Присутствие друг друга в ваших жизнях действует как катализатор для проявления этих положительных энергий. Вы находитесь в решающий момент, когда прошлое и настоящее сливаются, чтобы создать будущее, полное возможностей. Идея о том, что вы уже добились успеха вместе в прошлой жизни, служит мощным напоминанием о том, что все возможно, когда вы верите друг в друга и в путь, который вы выбрали пройти вместе. По мере того, как это путешествие разворачивается, важность оставаться связанными и согласованными со своей общей целью становится все более ясной. Вас призывают погрузиться глубоко в память своих душ, искать уроки и силы, которые сделали вас непобедимыми в прошлом. Это исследование – это не только о том, чтобы узнать, кем вы были, но и определить, кем вы хотите быть. Пора объединить свои силы, поддерживать друг друга и смело броситься в этот божественно организованный путь, готовый быть полностью прожитым. На этом пути открытий и воссоединения вы понимаете недвусмысленную правду – сила связи, которую вы разделяете. Это осознание не только укрепляет связи между вами, но и учит важности эксклюзивности и верности в отношениях. Путь, пройденный до сих пор, показал, что вместе вы образуете мощную единицу, способную преодолевать вызовы и преодолевать препятствия, которые казались непреодолимыми. Взаимная поддержка – это не только столб индивидуального роста, но и основа для создания общего будущего. Это обучение превращается в способность противостоять жизненным трудностям с непоколебимой устойчивостью. Вы обнаруживаете, что, поддерживая друг друга, можете достичь гармонии, превосходящей обычное понимание. Это не означает, что путь всегда будет легким, но означает, что каждый вызов может быть преодолен, когда вы сражаетесь вместе. Пришло время воплотить в жизнь все, что вы узнали о любви, поддержке и преданности. Следующий этап этого путешествия обещает быть еще более открывающим. Пока вы начинаете применять эти уроки в своей повседневной жизни, формируя отношения, которые не только выживают,
но и процветают перед неизвестностью жизни, вы понимаете, что тонкость и чувствительность этого особенного человека дополняют вашу силу, создавая идеальный баланс, который заставляет вас чувствовать себя полностью дома, когда вы вместе. Это чувство уюта и безопасности редкое, настоящее сокровище, за которым многие охотятся, но немногие имеют удачу найти. Это тайная любовь, которую мало кто знает и никто полностью не понимает. Это загадка, которую могут разгадать только вы двое. Она несет в себе магию, которая защищает и направляет вас, как маяк, освещающий ваш путь в неизвестность. В этот момент вы осознаете, что эта связь – это не просто быть вместе, но и исполнение судьбы, которая, кажется, была написана в звездах задолго до вашей встречи. Теперь, столкнувшись с этим глубоким пониманием любви, которую вы разделяете, возникает вызов. Как защитить это такое чистое и интенсивное чувство в мире, который постоянно пытается определить и ограничить, что должна быть любовь? Именно сейчас вы решаете, что, независимо от препятствий и внешних мнений, будете защищать и развивать эту уникальную любовь всеми силами. В конце концов, именно эта любовь делает вас необыкновенными, придавая цвет и смысл жизни каждому из вас. Когда вы готовитесь противостоять миру вместе, вооруженной этой нерушимой связью, вы решительно настроены сохранить сущность того, что вы построили, защитив ее от внешних влияний. Пришло время разработать план, представить себе будущее, где эта любовь не только выживет, но и расцветет, будущее, где вместе вы сможете показать миру, что истинная любовь не знает границ, не имеет предопределенного определения и, прежде всего, не нуждается в понимании со стороны всех. Эта любовь, которая началась как семечко и выросла, чтобы стать безопасным убежищем, это доказательство того, что самые глубокие связи те, которые превосходят логику и обычное понимание. Теперь, более чем когда-либо, вы готовы плыть по волнам жизни, подсвеченной светом этой любви, которую вы выбрали защищать любой ценой. И готовясь сделать следующий шаг в этом приключении, вы знаете, что бы ни случилось, любовь, которую вы разделяете, будет компасом, который всегда будет вести вас обратно друг к другу. Теперь вызов состоит в том, чтобы противостоять теням прошлого, признать раны, которые вы оба несете, и начать процесс исцеления вместе. Это путь, требующий уязвимости, смелости и, прежде всего, взаимного доверия. Боль, хотя и неприятно, служит катализатором для углубления связи между вами, возможностью раскрыть то, что было скрыто, и укрепить узы, которые вас объединяют. Каждый разговор, каждый момент понимания и каждый жест поддержки становятся шагами к лучшему пониманию себя и друг друга. Эти моменты не только раскрывают неизведанные глубины интимности, но и укрепляют упорное партнерство. Представьте, хотя бы на миг, будущее, полное бесконечных возможностей. Каждое преодоленное вместе препятствие не только делает вас сильнее индивидуально, но и создает нерушимую связь между вами. Теперь вы оборудованы лучше, чем когда-либо, чтобы противостоять любому вызову, который может бросить вам жизнь, с уверенностью в том, что фундамент вашего отношения непоколебим, сложен на правде, взаимопонимании и любви, которая обладает силой исцелять самые глубокие раны. Теперь представьте, синхронность, которую вы испытываете, это не просто случайность. Это осязаемое проявление сути того, кто вы есть, мгновенное зрелище вашего высшего предназначения, которое начинает развиваться перед вашими глазами. Вы погружены в духовную энергию, которая выходит за рамки логики, сила, которую не может полностью понять ум, но которую остро ощущает сердце. Даже если вы не можете выразить словами или полностью понять почему, есть что-то в этом процессе, что резонирует с вами на глубоком уровне, мощное, неоспоримое чувство, способное преобразовывать. Эта глубокая связь и эта невероятная энергия не просто абстрактные понятия. Они живые, пульсирующие и реальные. Вы находитесь посреди мощного преобразования, которое формирует не только ваши отношения, но и ваше восприятие себя и мира вокруг вас. Вы открываете для себя, вместе, что истинная любовь выходит далеко за пределы поверхности. Она исцеляет, она объединяет и она раскрывает самые глубокие тайны Вселенной и человеческой души. При переживании этого нового этапа, где подлинность и искреннее выражение самого себя становятся ориентиром вашей жизни, вы собираетесь отправиться в путешествие, которое не только захватывает и слегка пугает, но и глубоко освобождает. Выравнивание с вашей истинной целью приносит чувство гармонии, которое имеет силу полностью преобразить ваше существование. Но вполне естественно задаться вопросом, что дальше? Как вы можете справиться с этой новой фазой жизни, с этим недавно обретенным осознанием?
Следующая глава этого приключения приглашает вас погрузиться еще глубже в духовную и божественную связь, которую вы начали исследовать. Вы начнете понимать, что ваши действия, мысли и решения не только формируют ваш собственный путь, но также оказывают значительное влияние на мир вокруг вас. Это время признать, как жизнь в соответствии с этой целью не только обогащает личную жизнь, но также может положительно влиять на сообщество, расширять сеть влияния и, возможно, вызывать волну позитивных изменений на глобальном уровне. Погружаясь в это понимание, вы обнаружите, что каждый выбор, сделанный сознательно, может быть актом силы, эхом, которое распространяется за пределы индивидуального. Вы начнете видеть, как целостность, сострадание и подлинность могут влиять на других способами, о которых вы и не догадывались. Это возможность изменить восприятие себя и мира, внести свой вклад в более яркое и значимое будущее, не только для вас, но и для всех вокруг вас. Жить этой новой фазой с повышенным осознанием означает полностью принять свою роль как агента перемен. Это означает понимание того, что каждый акт доброты, каждое сознательное решение, каждый момент истинного самовыражения имеют потенциал посеять надежду и вдохновить трансформации. Теперь вы находитесь в уникальном положении, чтобы положительно влиять на окружающую среду, быть лидером и примером, показывая, как может быть прожита полная и подлинная жизнь. Поэтому, продвигаясь вперед, помните, что этот путь не только о самопознании и личном росте, это также о том, как вы можете внести свой вклад в лучшее будущее. Каждый шаг, сделанный с честностью и любовью, не только приближает вас к вашей большой цели, но также укладывает дорогу для того, чтобы другие могли следовать. У вас есть ключ для открытия будущего, где подлинность и истинное самовыражение освещают путь не только для вас, но и для всего человечества. Помните, что каждый шаг вперед является неотъемлемой частью великого плана Вселенной для вас. Будьте открыты для учебы, роста и, прежде всего, для передачи истинной любви и света, который вы обнаружили в себе. Это не только начало новой главы вашей жизни, но и возможность вдохновить положительные изменения вокруг вас, вызвав волну любви, понимания и осуществления.